26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. Сегодня по всей стране прошли мероприятия, направленные на профилактику распространения этой социальной беды в обществе. Многие встречи были посвящены пропаганде здорового образа жизни. Подробности в первом материале выпуска. Утро 26 июня в школе номер 17 началось торжественной линейки. Для ребят, занимающихся на школьных площадках, был проведен праздник «Мы за здоровый образ жизни, мы против наркотиков». С напутственными словами к школьникам обратился протоиерей Владимир Болюх. Это возраст, когда как фундамент дома. Как заложишь, так будет стоять. Поэтому в ваши годы нужно себя укреплять, фундамент свой, чтобы дальше себя чувствовать более здоровым и более успешным. Заниматься спортом, читать книги. В празднике приняли участие более 200 ребят. Все они занимаются спортом и увлекаются творчеством. К мероприятию школьники подготовили общий танец, пропагандирующий здоровый образ жизни. Молодое поколение выбирает спорт. После окончания торжественной линейки ребят ждал увлекательный квест. Школьникам необходимо было пройти по станциям. Доктор Айболит, спортивный, ответить на загадки, поучаствовать в литературной дискуссии на тему здорового образа жизни. За выполнение заданий команды получали наклейки, которыми украшали дерево жизни. Благодаря такому празднику ребята еще раз закрепили в своем сознании, что вредные привычки – это плохо, здоровый образ жизни – хорошо. Я считаю, то, что наркомания – это очень плохо, то, что люди теряют из-за наркомании жизнь. Я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, чтобы борьба с наркоманией стала успешной. Приверженцы здорового образа жизни в этот день собрались и в Северном парке. Там прошли соревнования по воркауту «Сильный, молодой, здоровый», приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией. Заявки на участие подали около 15 славянских спортсменов. Для каждого из них спорт – это не просто хобби, это смысл жизни. Я считаю, что наркомания – это, конечно же, плохо. Она притупляет организм, притупляет мозг, и тело разрушается. Моя альтернатива наркомании – это воркаут. Я им занимаюсь более 2 лет, подрос в мышечной массе и в духовном плане. Воркаут, можно сказать, это мой путь в жизни. Мне им самому интересно заниматься. Награды, кубки и на соревнования. Всегда весело с друзьями. Сам вид спорта направлен на здоровый образ жизни. Все спортсмены, кто занимается этим видом спорта, не курят, не пьют. И вам советую заниматься этим видом спорта. Не обращать внимания на тех, кто вас подбивает на такое. И, ребят, занимайтесь спортом. Это лучше, чем выпивать, курить и так далее. Соревнования проходили в 2 категориях – фристайл и троеборье. В каждой определили победителей. Но главную награду ребята уже получили. Они выбрали яркую спортивную жизнь без вредных привычек. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».